Здравствуйте! Пати Сервис Слаба приветствует вас сегодня. Мы будем вместе готовить греческие треугольнички пирожки со шпинатом. В состав теста входит, или в состав начинки, точнее, входит тесто филотайк или штрудель, тесто, яйца, масло, специи, лук, шпинат. Можно покупать свежий, можно покупать уже рам-шпинат, который достаточно только опустить в нашу сковороду. И так называемый фета или брынза, а также укроп. Прежде чем начать работать с тестом, мы должны приготовить начинку. Для этого мы смазываем сковороду маслом. Именно смазываем, потому что намного масла не надо. Ставим ее подогревать. Одновременно режем лук. Желательно резать его мелко. Отправляем это все на сковороду. Доводим лук до состояния прозрачности. Он должен быть прозрачным и не зажаренным. Наш лук готов, поэтому следом идет шпинат. Пока шпинат тает, мы режем нашу брынзу. Брынза должна не очень мелко нарезана. Она развалится там на сковороде, но при этом белые дотички должны обязательно попасть в нашу начинку. Отправляем нашу брынзу на сковороду. Добавляем специи. И обязательно свежий укроп. В самом конце, для связочки, добавляем яйца. Для усиления вкуса нашей начинки нужно использовать мускат, желательно свежий, но немного. Наша начинка готова. Я выключаю все и даю ей хорошо остыть. Начинка наших пирожков уже остыла и готова для того, чтобы мы начали делать пирожки. Для этого тесто раскладывается и режется на полоски. Полоска должна быть, ширина этой полоски должна быть не менее 10 сантиметров. Смазываем каждую полоску, смазываем маслом, оливковым. На левый крайний угол кладем начинку. Делаем треугольничек. Повторяем треугольник при повороте. И далее идем по схеме. Треугольник, 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 треугольник. Смазываем оливковым маслом. Готовые выложенные пирожки мы отправляем в духовку. Цвет пирожков должен быть красиво золотистым. Пирожки готовы. Я вам желаю приятного аппетита. Для приготовления этого блюда нам понадобилось 250 грамм полуфабриката теста, оливковое масло для смазывания теста. Для начинки
250 грамм шпината свежемороженого, 1 луковица, 2 столовые ложки оливкового масла, 4 столовые ложки мелко нарубленной зелени, петрушки или укропа, соль, перец, мускатный орех, 2 яйца и 100 грамм брынзы.